Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей. Вся информация есть в описании под видео. Заходите, играйте вместе со мной и не забывайте вводить мани при регистрации. Сегодня у нас будет новое видео, в котором я расскажу вам про такую ситуацию. Я просто зашел вечером, получается, 9:30, последить за игроками и наткнулся на очень интересного персонажа, у которого был 7 уровень и у него было 50 миллионов. Вообще, почему я начал за ним так следить хорошенечко? Потому что я спекал за игроками, захожу в реком, получается, и смотрю, этот игрок под землей. Я смотрю, это не администратор, думаю, послежу за ним еще. По-любому это читак. Ну и он выходит с АФК, получается, возле авторынка, и потом телепортируется благополучно в этого. То есть использовал читы. Ну, я думаю, хорошо, послежу за тобой еще. Начинаю за ним следить, посмотрел его статистику, получается, то он вообще такой, что он из себя представляет. У него есть машинка, Нива, получается, и у него были наличные, а именно 50 миллионов. Я на самом деле немножко охренел, потому что на 7 уровне 50 миллионов это очень даже неплохо. Я не знаю, как он их заработал, либо он задонатил просто, либо каким-то образом забагал эти деньги, но для меня это стало очень подозрительно. Я еще проверил его айпишник, получается, и у него IP отличалось, то есть изначально при регистрации у него был один IP, а играет он с другого IP-шника. Я решил, короче, его телепортировать себе и вообще выяснить, что происходит. Я как бы с ним поздоровался, объяснил то, что я администратор, и как бы начал ему говорить то, что я заметил то, что ты играешь с читами. Он как бы это отрицать не стал, он согласился то, что он играет с читами, но как бы читы это ладно, это одно, а то, что он играет с чужого IP, как бы это уже совсем другое, поэтому как бы я не знал, что вообще с ним делать, я решил с ним сначала просто пообщаться. Он начал мне рассказывать то, что он регистрацию делал через прокси, хотя я не знаю, что такое прокси. Кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я не знаю, что такое прокси. Прокси, возможно, это какой-то VPN, либо какая-то программа, я не знаю. Дальше у него спросил как бы регистрацию, написал то, что Башкирия, Кыргызстан. Потом он начал говорить, это не точно, типа, я не знаю, возможно, по другим IP-шникам. Он начал спрашивать, какой у меня IP, типа, под каким IP я играю. Ну, блин, это очень странно, пацаны, реально, это очень странно. Ну, типа, блин, как бы сам не знаешь, какой у тебя IP-шник, возьми как бы посмотри. Что такое прокси, я так и не понял, пацаны. Он мне говорил прокси. Я не знаю, что такое прокси, поэтому как бы ничего, я ему на это ответить не мог. В итоге я решил просто ему дать бан на 30 дней до выяснения, потому что, ну, как бы в любом случае он летел бы в бан, потому что он воспользовался читами. Но это по-любому бан на 30 дней уже обеспечен. А во-вторых, как бы у него разные IP-шники, поэтому я решил просто выдать ему бан на 30 дней и потом передать всю информацию как бы спецадминистратору, либо главному администратору, чтобы они уже с ним как бы решали. Потому что я как бы не знаю, что делать в такой ситуации, ну типа я не спецадминистратор, я не главный администратор, я просто могу выдать бан до выяснения и все, и передать эту информацию как бы другим админам, либо спецадминистраторам. Как бы решать там его судьбу, пусть они уже решают, потому что я не знаю, что с ним делать, реально. То, что у него 50 миллионов на 7 уровне, это, конечно, очень странно. Не знаю, либо он читами набагал, либо он как-то сам это заработал, поднялся в казино. Возможно, он задонатил. Короче, я не знаю, откуда он деньги взял, но 50 миллионов это нормальная сумма. Согласитесь, как бы. Я, честно, не понимаю, откуда у него эти деньги, но то, что он заюзал читы, он, конечно, жестко тупанул, потому что, как бы, если бы он бы не спалился с читами, я бы у него IP-шник даже бы не смотрел, по сути. Возможно, он и купил этот аккаунт. Я, короче, не знаю, пацаны. Но вот такая вот получилась серия, как бы я его забанил до выяснения, уже там все остальное будут решать люди другие. Поэтому вот как-то так. Надеюсь, вам понравилась эта серия, поэтому ставьте лайки, там подписывайтесь на канал.